Самое главное, чтобы метла в женских руках не становилась средством передвижения. Зеленые жилетки, перчатки, грабли и лопаты. Аппарат Самарской городской думы штурмом взял Струковский сад. Убирались всем коллективом. Свежий воздух и ясное небо над головой – лучшие союзники в наведении чистоты. Я, наверное, родился для общественно полезного труда. Поэтому с малолетства, так сказать, к этому приучен. Поэт сказал, если город в цветах, если город в цвету, значит, мы возрождаем его красоту. Настоящий мужчина, говорят, должен дом построить, сына вырастить и дерево посадить. Последний пункт депутата Гордумы уже не первый год выполняют в полной мере. Я сразу представляю, как здесь самарцы пили чай с липой, да, собирали цветы липовые, их сушили, раскладывали, а потом проводили здесь, наверное, какие-то вечера с самоварами, глядя на нашу замечательную Волгу. Песни «Строить и жить» и «Порядок наводить» помогает. Не стесняясь, депутаты вспоминали любимые песни, чтобы работа спорилась. Пусть всегда будет мама, в первую очередь. Пусть всегда буду я. Пусть всегда будет дома. Из Струковского сада в любимый железнодорожный район Александра Фетисова во дворе на Арцебушевской встречали как родного с чаем и сладостями. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь. Владимир. Скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Сложно это? И вот мне дали кисточку, можно ли мне поучаствовать? Макаете кисточкой, немножко выжимаете, чтобы не обрызгать себя, и красите забор. Желательно сверху вниз, чтобы красочка вниз стекала и не было потом потеков. Ну что ж, друзья, хорошим людям нужно помогать в их хорошем деле. Поэтому, опускаем кисточку в краску. Немножечко, как вот нас научили, отжимаем. И сверху вниз красим забор на Арцебушевской 3А. Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. Плюшки, пирожные и баранки разлетаются на ура. После плодотворного труда не грех и расслабиться. Че филонишь? А че делать-то? Вот тачку вези. Окажи реальную помощь своему городу, и ты в любой день выйди в свой двор, уберись, посади цветы или деревья. Позвони мне по телефону 202 11 22, и я к тебе приеду. Это чисто Самара. Увидимся. У-ху!